Ну вот отойди с рыбой, бычья голова. А ты что, портал закончился или чё, что ты на протяжке сдох? Паришься хуйнёй. Что скажу? Ну где-то еще. 2 минуты. Чуть не зацепила она. Нихуя нам не нужно. Далеко слева. По центру. Слева близко. А ты какого хуя вайп убили? Ебать, как меня достало, я в рот не ебал. Дайте крест по мне. Квест Маликет, да? Беги, малыш, беги!
Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая муть. Нормально бы. Теперь бессильно. Нет, на еще только кину. Здесь ваше вторжение и окончится. Никто не уцелеет. Четвертые забежали за глыб. Разбили. А там нас все хорошо. Нужен. Нужен после второй притяжки. После первой притяжки. Чтобы прохиливать рейд. Вторая фаза. Алис, прожимайся. Даю гимн. Тихо-тихо-тихо, я не успею сейчас скинуть. Стаки нахуй не успели скинуть, блядь. Алис сейчас. Баблы прожмите, баблы отдайте. Зубы. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Он без маны. Я дал. Ну я падаю.
Я хуй глыбы так рано разбивать. И Гера уходит просто в молоко. В молоко, потому что надо прохиливать, блядь, на... после первой притяжки, блядь. И дамажить, да. А не переводить бесполезные фазы, да. Я стаки не скинул, потому что разбили в груди. Четыре минуты. Шесть. Но она откатится. На себе дай. Или лажь дану. Никто больше не умирает. Так как вы вдвоем. На первый сдох притяжки, шаман. Арак. На первой притяжке я сдох по той причине, что меня еще раз подкинуло, я прыгнул, блядь, когда нахуй убегал, блядь. На это хуйня достало. Нельзя прыгать нахуй. Хуёлка, нахуй, надо ближе стоять к боссу, я так и помню. Ферс, сука, какого-то бафа не хватает. Я буду давать туда зайти. Ой, заебали, да. Почему вы вместе с Шерпестулом всегда? Я тут ебан за мной убегает. Да все смотрят. По центру. Yeah.
вторая. Слева на лестнице. Поближе ставить. А прохил его будет? Ебать, повезло. Лес, подержи. Это право. Вы метки будете бить? Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия
теперь бессильна! У меня нет. Есть. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Бейте, бейте. Я стаки не успеваю. 3 секунды. 2. Бейте Синдру. Гимн на ХП. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Наконец-то. Свободно. Какой поезд. Пока там мастер сказал то, что повезло, это не повезло, это я дал супер тайминговый, и вы там втроем выжили из-за этого. Вы все раки что просто. А Турбо будем освобождать, нет? Ну, я не про повезло, блин. Я не вижу тут нахуй никакого везения. Спели Турбо. Проси, я пытался. Пускай ты выжил, ты сказал, повезло. Я на другое сказал, повезло, блин. Нахуй нам тут лечь, давайте этого, блядь, Джайна убьем. Ну, десяточка можно. На 5 минут перекур. Бэйд говорил, что будет перекур.
Что-то с дискотека на поле. Я-то тут. Я тут, но у меня руки заняты. Я слышу. Ярости недостаточно. Да. Это Лойд, секунду. Это же 25-й тактик. Быстрее босса переведем, мы не успеем дойти до... Нет? Лойд, а не легче нахуй сомалийский держит, блядь, мобов, а все стоят под боссом. Лучше все прибежали, все, проблем нахуй никаких, блядь, по кругу пошли, блядь. Войт, быстро давай маликет в ретрика, а я в хила, потому что ДЦ и хаприз профитнее, чем хапал. И он ДПС больше даст. Мы идем по кругу или как? Я не понял. Метка.
мне. Не забывайте, блядь, чума на первой фазе так же есть, как и на всех, блядь. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. И сейчас... Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты не видел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. И чё? Первый вопрос. Окей, на протопале ловушка. Какого хуя он там стоит, если мы стоим еще дальше, нахуй, я его не достаю тупо. Пришел конец. Вы чё, блядь, не видите, нахуй, ёбаных ловушек под вами? Я была. Сейчас я продвигаются хилы РДД после первой и второй лужины. Есть. Сомалийский зачем? Пошел. В нем ничего не было. Взял, пошел в середину. Зачем? Ты отходишь только тогда, когда... Когда у меня ловушка. Нет. Когда две ловушки либо на одной стороне, либо... Ну, вообще, после второй ловушки, короче, только отходишь. Больше отходить тебе не надо. И каждую вторую отходишь. Потому что... Либо на свою. Либо на свою. Ну, на свою обязательно. Обязательно на свою. Просто я смотрел тактику и, блядь, все по кругу водили, все. Вот и все. Хорошо, я не спорю, просто непривычно. На твою милость, Фордринг. Мы
Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты... Геракада! Я шарю. Передвигаемся. РД. Передвигаемся. На лисе чума была. Близкий Сталина. Кэт, да. Я не беру. Тактика зовут. На лицо нормально. Давай. Почему на лисе была чума? Не, ну ДЦ — это победа. Можно быть и было в ДЦ, а я в ШП. Там ДЦ вообще в соло. Не путай слова. ДЦ не хилит. Мастер отстань. Ну то зачем три хила? Но они вдвоем, не знаю, там по 300к нахилили. Что делали нахуй? Чума на Алису кинулась, мелкие бегают к танку от танка нахуй, и чума уходит в рейд вместе с мелкими нахуй. Да, 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 да. Тогда пусть он здесь полет. Ну вообще это весь трайд диспелил я. А почему диспелил ты? Потому что кто-то с Алисы не мог диспелить. Да, но у меня так это, хилбот настроен, что он болезненный.
видит. А как уж это назад все? Значит, он же диспылит. Он и этот трайвис диспылил. Дашника лучше диспылить по той причине, что он мягкий. Просто щитки кидает. Да. И сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и покупал. Мы слишком далеко, РДДшники, убегаем. У нас ловушка, блядь, вот тут пространство между треугольником и крестом было слишком большое. Да? Там еще одна ловушка должна быть. Сталина, куда так далеко убегаете? Я отвожу. Чума! РДДшная чума, блядь! Мелкого забери нахуй! Ёбаный в рот! Уходи! Нет, это шарки еще. По моментальному его убил. Давай, вот я объясню по поводу таунта. Если я нажму таунту, то как он выберет цель, он на меня не побежит. Надо кидать щиток в него, блядь. Щиток у меня КД имеет.
фласки выпейте на ДД, около кончились. Вот эти, блин, фласки миллиарды стоят. Ты пройдешь через эти мучения сам. Барабан есть? И будешь молить о пощаде. Но я не... Почему у Алисы 74 кхп? 79. Я сокеты на мастерство ебану. Он давно открыл. Нахуй ты диспалишь так рано. Малекет, блядь. Самолийского прохил. Молоко захил. Самолийский захил. Дал гимн дал. Мелкие всех запиздили. Это раз, во-вторых, ледяная сфера, и нахуй надо уходить, когда на ком-то луч, блядь, они стоят во всех, блядь. Понимаю, обратно в хила. Не надо тут третьего хила, блядь. Надо всех маленьких на себя забирать танку.
чем могу помочь. До встречи. Я сейчас этого не делал. Тебе 104, да? 104 он. Он 105, да. Ой, это 10, да. Они точно.